Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Хочу показать вам обзор самолета F-16 от фирмы Tamiya. Как видите, дана такая вот красивая коробочка. Здесь список краски, который понадобится в процессе окраски данного самолета. Как бы при рассмотре коробки увидел, что F-16 ранний. И что самое интересное, это, скорее всего, перепак. И фирма Tamiya в коробку положила самолет F-16 от фирмы Italeri. Ну, начнем сначала с инструкции. Инструкция, как всегда, у фирмы Tamiya однотипная, хорошо читаемая. Все довольно подробно видно. Но только что на японском языке. Ни слова на русском и даже нету практически английского. Ну, теперь посмотрим, что в данном наборе. В данном наборе один литник с прозрачным фонарем. Также хочу сразу заметить, что в данной коробке можно собрать одну из двух версий F-16. То есть или спарку, или одиночный вариант. Довольно-таки хороший фонарь дан. Прозрачный. Также набор состоит из двух литников серого пластика. И на литниках нету ни слова, что это Tamiya. Посмотрел и на коробке, но что это Italeri, тоже не увидел. Расшивка сделана внутренняя. Как бы вот два варианта: на одиночную и на спарку. Как бы литье неплохое. Но все же, друзья, это, похоже, не Tamiya. Может, кто знает, поправит меня, но я думаю, что это Итал, перепак. Литник с ракетами, с навесными баками, с вооружением. Деталей немного. Ну и вот, друзья, декаль на варианты раскраски.
Ну, здесь дается Бельгия, Америка и, скорее всего, Голландия. И почему я подумал, что это все-таки Италери? Номер на Летниках и на Декале 188-01. И, в принципе, отпечатана Декаль итальянская. Те модели Томми, которые у меня были, там всегда было Made in Япония, Made in Japan. И всегда стоял логотип Томми, как на Летниках, так и на Декале. Декаль красочная. Вот такое вот, друзья, содержимое данной коробочки. Спасибо за просмотр. Спасибо, кто комментирует мои видео. Надеюсь, кому-то понравились или понравятся обзоры моделей, и вы приобретете такие модели для себя. Спасибо, друзья, что остаетесь на моем канале. Всех благ вам и вашим близким.